Давай,
Первый тайм мне вообще очень понравился. Было наше преимущество и по голевым моментам, и по контролю мяча. Забили два гола великолепных. Но, к сожалению, пропустили гол в раздевалку в концовке. Это внесло некоторую нервозность. Второй тайм тоже начали не совсем уверенно. Как бы играли по счету. Но все-таки 2-1 была такая опаска, что любой контрвыпад или стандартное положение соперника может как бы привести к результату. Поэтому немножко опасались за результат. Но в середине второго тайма перестроились, опять начали контролировать игру, но, к сожалению, пенальти не забили. Опять забей пенальти, конечно, 3-1 уже можно было уходить с поля. Да, поэтому, ну, в целом я могу сказать, что мы объективно были сегодня посильнее. Я считаю, что результат закономерен. Спасибо. Все, спасибо.